Ваш вопрос, честно говоря, меня удивляет. У меня вот сделан маникюр. Вы же не спрашиваете, почему я не сама себе его сделала, или почему я не сама себе эту футболку шила. У меня мало свободного времени, я доверяю профессионалам. Вот тут вот у меня и каша, и маффины, и сэндвичи. А вот это, например, вообще суп индийский с чечевицей. Просто подумайте, сколько времени я бы потратила, сколько посуды я бы испачкала, чтобы на одного человека приготовить себе индийский суп с чечевицей. А так вот, он уже готов. Я его просто разогрею и съем. Очень удобно. Очень удобно, конечно, очень, да. А свободное время я лучше потрачу на то, что посмотрю интервью, фильм, почитаю книгу, язык можно какой-нибудь выучить. Очень много есть активностей интересных. Не обязательно готовить, когда не хочется вот этим заниматься, там посуду пачкать, перемешивать какие-то продукты, резать их. Я не особо фанатка данного процесса, поэтому выбираю более интересный досуг. Для меня более интересный. Кому-то интересно готовить, кто-то очень талантлив в этом. Очень рада за этих людей. Я вот кофе варю. Да, умница какая. Кофе она варит. Всем здорово, Саныч, на связи. Вот это что-то ж свяжется с ней, спутается, да, ребят? Ладно, хрен. Кстати, я не хочу перемешивать даже еду. Слушай, а нахрена тогда вообще, ну так, ты когда кушаешь, ты же перевариваешь еду, как бы, да, потом еще и на унитаз ходишь. Не надо этого делать, зачем? Зачем ты себя утверждаешь? Сиди, смотри интервью, кино посмотри, там, не знаю, там, в парк сходи, там, короче, ну, релаксуй, наслаждайся, как бы. Зачем на тебя еще тратить, блин, провизию, ёха, ты еще переваривать будешь. Ребята, кто не знает, то на переваривание пищи очень много тратится энергии, калорий. Зачем? Не жри, вот и у тебя будет много калорий. Вот зачем тратить энергию? Все будет нормально. Посмотри интервью. Это же гораздо интереснее и безопаснее.